Друзья, всем привет! Не так давно компания Mitsubishi выпустила автомобиль, который подавал большие надежды на продажи. Но такие не очень хорошие моторы и вариаторную коробку сделала свое гнилое дело. И эта машина, ну, на мой взгляд, опять-таки, моя точка зрения, она может быть субъективной. Эта машина не получила такой популярности, как ее предшественники. Ну, в общем, не будем ходить вокруг да около. Речь идет о Mitsubishi Lancer, модельный выпуск, который был с 7 по 10 год. Но не стоит забывать о том, что также были и двигатели нормальные, это двухлитровые. Понятное дело, что есть Rally Art и есть еще Evolution, но это совершенно другие автомобили. А у нас сегодня на выборе двухлитровый Lancer на механической коробке. Беда этих автомобилей заключается в том, что, ну, нету их ни гнилых. Ну, или, скажем так, практически нету. Наша задача — найти целый автомобиль. Чего из этого выйдет? Давайте посмотрим. Наши мальчики и девочки из отдела по работе с клиентами изначально отсеяли все визуально ржавые автомобили. Вот там, где видели следы ржавчины, машина шла лесом, и она нам была неинтересна. Потому что задача была найти автомобиль не битый, допускались какие-то легкие косметические подкрасы. Ну, автомобили с двухлитровым мотором, они все живые, ну так, чтобы очень убитых, я честно скажу, я не видел. Именно моторов, акцентирую внимание, кузова. А вот кузов нам осталось найти хороший. Так вот, отсеяли весь мрак, и осталось не так много машин к осмотру. Но то, что осталось, мы хотим посмотреть. Начинаем с Киева, потому как в Киеве есть подобный пациент. Добрый день. Меня зовут Николай. Первый вопрос от парня прозвучал приблизительно следующим. Если я перекуп, то машина дешевле 8000 точно не будет. Непонятно, почему он в моих глазах увидел перекупа, но его право. Ну, задача перекупа — выдернуть машину как можно дешевле и подзаработать на ней побольше. Плюс вот эта моральная давка, а у тебя там в ограничении, у тебя там то и, короче... Типа, ну, мы можем порешать, но это все дорого стоит. Вы говорите, что крашено только это и больше никто ничего. Вот здесь вот, вот луснувшая фара, вот разошелся герметик, то есть сюда оно тоже приезжало. В этот раз я осмотрел бегло автомобиль, дабы было понимание, нужно ли осматривать эту машину дальше. Понимаю, что легкие повреждения были, ну, действительно легкие, поэтому смотрим дальше, потому как нужна полная картина про автомобиль. 10 марта, Lancer, тот, который первый у нас в списке, тот, который черный. Значит, сейчас я сразу пройдусь по лакокрасочному. Парень говорил, что вот это вот единственный элемент, который крашеный. Вот, оно, в принципе, так и есть. По вопросам, которые возникают, я сейчас покажу дополнительно. Внешний вид автомобиля, но он такой, замученный мойками, наверное, так сказать. Машина, которая никогда не видела полироля. Вот здесь вот есть моменты, которые повыбивала встречными камнями. Легенькие уже. Коррозия пошла. Так-то он весь целый. Сейчас я зафиксирую момент. Ну как весь? Сейчас дойдем. Сам салон было бы очень неплохо загнать на какую-то химчистку. Потому как вот эти вот моменты такие слегка засаленные. Значит... не прилегают что задний правый, что задний левый уплотнитель к кузову. Мы снимали, смотрели
все целое. Но сейчас я еще раз покажу. То есть все точки у него есть. Но ударов здесь ремонта никакого не видно. Все в родном окрасе. Все нормально. По крайней мере, все металлические части. Вижу, что меняли заднее стекло, меняли лобовое. То, что меняли лобовое, парень знает. То, что меняли заднее, для него это новость. Почему меняли? Потому что вот герметик, когда идет на заводе, он идет через пневмопистолет. А здесь он вручную накладывался. И, ну, в общем, если вдруг кто не знает, я долгое время менял стекла, и как лежит заводской герметик, я точно понимаю. Бампера у нее не совсем стоят на месте, но особо никто этого и не скрывает. Так, также по проемам в серединке. Показываю этот, он тоже целенький. Отполировать вот такая машина за недорого, это мечта перекупа. Вложений здесь не так много, а конфету с нее можно сделать. Вот легкая хлопушка на крыле. Я так понимаю, это вследствие того, что сюда что-то приехало. Легкая трещинка на фаре. Вот здесь вот чуть-чуть герметик разошелся. Я зеркалом лазил, смотрел лонжерон. Он везде целый. Никаких следов ремонта, замятости, ничего не видно. Крылья снимались, что правое, что левое. Парень говорит, это он не снимал, то он не снимал. Снимал только капот. Ну, в общем-то, и все. По кузову сказать, что трешняк, так нет. По первым словам, машина снизу не имеет следов коррозии. Подключиться можно посчитать? Я лучше лишний раз спрошу. Ошибки это были в основном по некогда просевшему аккумулятору. Также было видно ошибки по стеклоподъемникам, которые, как пояснил парень, и наверняка это находит подтверждение тому, что стеклоподъемник не справился с тем, чтобы поднять или полностью опустить стекло, и выдал ошибку. Ошибка неактивная, остальные связаны с просевшим аккумулятором. В общем, вот такие вот ошибки. Так, пока он тестируется, покажу салон. Да, что-то ругнулся, но она неактивная. По стеклоподъемнику? Это что у вас было со стеклоподъемником? Это было, что примерзло. И оно когда вверх и шло, видно, я не знаю, то ли защита сработала, оно типа тыки вниз его остановилось, потом закрылось, все нормально. Это вот морозы было где-то видно было. А так больше туда ничего. Перед тем, как отправлять заказчику видео, я обычно звоню и говорю, потому как иногда вылазят некие такие скользкие аспекты, вот, например, в этом автомобиле. Было заявлено, что крашено переднее левое крыло, но ничего не было сказано про то, что ударено чуть-чуть в правую переднюю сторону. А ведь у нас в заявке машина должна быть не битая. Я не могу назвать это битая, но она уже причавлена, и вот этот вот скользкий момент нужно было оговорить, потому как это могло в дальнейшем стать камнем преткновения. И нафига тратить мое время и тратить время заказчика в первую очередь, непонятно, поэтому звоним. Ну, если коротко, она спереди чуть-чуть ей приезжала, но сказать, что это трешняковая машина, ну нет. Крашено у нее переднее левое крыло. Вот, легкий удар был спереди справа, но очень легкий. Треснул бампер, треснуто крепление фары, и чуть-чуть тут в одном месте разошелся герметик возле на передней панели, но совсем чуть-чуть. А так, в общем-то, машина не имеет каких-то тяжелых последствий ДТП. Лишь только легенькие. Левая фара чуть-чуть. Ну, машина такая, она больше замученная мойками, нежели видала когда-то полировку. Вот, но полировать ее тоже уже не фонтан, потому что вот на задних крыльях уже стерта краска, подтерта до грунта. По салону один там легкий пропал на сзади справа на потолке. Ну такой, на химчистку его загнать надо. Менялось лобовое заднее стекло. И лобовое, и заднее. В говна соплей нету, по ошибкам отрабатывает нормально. Это не перекуп, это парень, которого... Это ваш автомобиль, я же не ошибаюсь? Ну, я просто смотрел, что у вас там за последние несколько лет 12 проданных машин. А вот оно было, евробляхи гоняли. А, евробляхи гоняли.
Вот, ну, такое. Сказать, что он мрачный, нет. Больше, ну, опять-таки уставший. Он по кузову уставший. А так, в принципе, за машиной смотрели. Крашено и очень легкий слой шпаклевки на переднем левом крыле. Крашен передний бампер с элементами шпаклевки. Подкрашен задний бампер, но по металлическим частям. Остальные части... на месте. Ну, как бы тут не совсем в зазоре капот с крыльями. Ну, понятно, что он вперед ему чуть-чуть приехало, но я зеркалом смотрел по лонжеронам, там следов от ремонта нигде ничего нет. И я думаю, здесь была двойная история. В левое переднее крыло это одна история, а справа спереди фронтально это другая история. По всей площади крыла, вот его как придавили в местах крепления возле болтов, вот если... Сейчас попробую спроецировать, сейчас засниму на камеру. Вот здесь вот, ну, я вам пришлю видео, увидите. Вот здесь легкая хлопушечка. Вот здесь вот внизу порог не стоит. Но зато есть саморезы с эпицентром в бампере. Заказчика не пугает то, что автомобиль нужно полировать, но полировать там, ну, честно скажу, уже нечего. Покрытие Лансера, оно и так оставляет желать лучшего, потому что оно, ну, такое тоненькое. Здесь машина уже замученная мойками, она такая пропищаненная. Понятно, что можно это сделать подкрашивающим полиролем. Вот в таких моментах мне, честно говоря, не совсем понятно, для чего люди к нам обращаются. Потому что я говорю, не нужно. А он говорит, давай смотреть дальше. Я хочу полную информацию про автомобиль. Его право, окей, едем на СТО. Легкий провал был, просадка по холостым после того, как запустилась. Это на газу, на бензине? Сейчас, секунду. А на газ можно? А на газу у него обороты чуть гуляют, да? При переходе на газ совсем чуть-чуть поднялись обороты, но опять-таки, может быть, действительно мотор остыл, потому что сейчас, судя по замерзшим лужам, на улице уже либо ноль, либо ближе к минусу. Левая фара не оригинальная. Ну, такое, как бы зазорчики надо выставлять. Да, наверное, да, середнячок, правильное слово. Нам нужен подъемник, яма, что-нибудь. Парень немного задумался и говорит, ребят, у меня есть распечатки, не надо ехать на СТО. Ну, я немецким документам не верю, а тут, посмотрите, у меня есть распечатки, не надо ехать на СТО. Бумаги мы, несомненно, посмотрим, но на СТО тоже поедем. Мне надо зафиксировать того, что оно не гнилое снизу. Вот, распечатка с СТО классно. Если вы не против, я сейчас сбоку сяду, прокатимся. Ну, я, как минимум, если будут стуки, грюки, это все будет слышно. Дроссельное отложение, чистка. Так, чтобы ржавчины, ну нет. Иногда бывает, как смотришь, такой очень уставший полуось рассыпается, чуть-чуть смазка вылазит. Это вам затягивали где-то хомуты, или это они просто пустили? Ничего туда не лазит. Вот под это вот пыльниковали. Ну и этот потихоньку выкидывает. А пыльники целые? Пыльники целые. То есть хомуты надо, да, поменять? Да. Пыльники не порваны. По словам слесаря, сразу стало понятно, что Лансер у них не частый гость. Ну, или правильно сказать, редкий. Ну, или же, еще правильнее сказать, может быть, заезжает иногда, потому что вот такая вот болячка, когда у пыльника внутреннего шарнира равных угловых скоростей на маленьком хомуте выдавливает смазку, эта болячка очень распространенная. И то, что он про это не знает, доказывает то, что у них такие машины бывают крайне редко. Следов ремонта я не вижу, я к тому, что она была причавлена вперед.
И снаружи есть легкий треснутый бампер, там треснула фара, но по силовым элементам у нее все нормально. Мотор, в принципе, у нее сухой, классный. Венчик нормальный, красивый. Так, амортизаторы у него не текут, но такой какой-то легкий стук есть. Хотя, в принципе, у них это болячка сзади. Маленькие разрывы есть, но едут еще. Ага. Вижу, она просто уже... А, это механика, да, ручка? Да, это механика. Когда ехали в машине на СТО, я услышал легкие постукивания, когда вот уходит руль направо-налево, с левой стороны есть легкие постукивания. Когда остановились, я пошатал рулем вот так вот вправо-влево, и был явный стук с левой стороны. Ну, что это такое, решили разобраться уже на СТО, посмотреть более детально снизу. Что слово рулевая рейка я услышал? Не, ну оно так чуть-чуть, когда шевелишь, оно все равно отдает червяк. Ну, это нормально. Ну, как нормально? Подкрутить можно, и тогда будет нормально, если есть куда. Ну, я имею в виду регулировка болта зажать. Ну, нету тут ничего такого. Оно... Просто я когда держусь снизу, оно мне отдает в руки. Не, ну как бы совсем чуть-чуть это не стук. Да, это не стук. Что на гидравлике на любой будет небольшой. Постоянно левая сторона типа отдает в любой машине. По итогу мы понимаем, что техническое состояние заявленного автомобиля, оно не такое идеальное, как про него рассказывают. И поэтому мы про автомобиль информацию узнали, сложили ее в коробочку и пока забыли. Следующий у нас автомобиль, или правильно сказать, виток диалектической спирали в развитии истории «Найди живой нержавый Лансер» живет в небольшом транзитном городке. Если ехать из Киева в Днепр, он находится там. Ну, или же наоборот. По крайней мере, такие у меня ассоциации. Заснул, наверное. Ну, еще в поле не ушел, но так, неприятненько. Иногда бывает, там и кабина вывернута или еще. А может, колесо рвануло, кстати. Дорога Киев-Кобеляки. Ну, как бы это дорога на Днепропетровск, несмотря на то, что Полтавская область. Интерес этой дороги в том, что очень сильный боковой ветер. Я такого ветра давно очень не помню. В салоне как будто бы шумоизоляции совсем нету. И сбивает сильно машину в бок. Ну, пока двигаемся. А будет сегодня продолжение Лансера. Лансер, который капот открылся. Лансер, который 10-й. Ох ты, ё-моё, який молодый перекупчик. Пошорханный бампер. Ну да, бампер снимался, всё він видно. Блячка, эти бампера, эти вроде бы на месте стоит, и все равно ему ничего не сделаешь. Все завжди можно сделать. Можно, как захотите, можно, да. Але воно вам не потрібно. Да, да. Так, ну пока она везде ровненькая, абсолютно никакого срача пока не вижу. Пропали на сиденье, это тоже не вы, да? Не. А руль тоже не вы перешивали? Мы перешивали. А навищо? Да, ну, руль не потерти, я такий, я тут був такий зацарапаний, чи кольцом, чи щось таке, ну таке. А чо тоді коробку передач не перешили? Не захотіли коробку передач. Правильно, навіщо вкидати кошти? Вниси перешивати, ну можна. Чи кожу, типа, багуски. Можна просто, як обично всі роблять, знімають чехол і потім просто пластмасова там під низом із цифрами. А є фотографії, як воно було? Десь у товариша треба подзвонити зараз. Отам чуть-чуть, ото вже вище нема нічого. Ну, чуть-чуть. Ото на арочку, отут він показував, отут було отак. Отак було. Зателефонуйте доки що, щоб подивитися, що дійсно воно там було не дуже мрачно. Ну и как всегда фотографии о том, что автомобиль слегка был притерт, их нету. Где-то они остались там в старом телефоне, в общем сейчас их не достать. Хотя когда я выезжал, я спрашивал, а есть ли фотографии? Да, есть, все, приезжай, все покажу, все расскажу, все есть. Это я к чему все рассказываю. В очередной раз убеждаю, что люди, ну, не говорят правду. А если говорят, то говорят ее не до конца. Пока имеем действительно поврежденную арку, 1,5 миллиметра шпаклевки на ней.
вот, сильно не заморачивались. Да, вот здесь вот она даже до сих пор кривая. Вот уже снова пошло отслаиваться, уже закрасили. Так, а что у нас? Так, ярку внутри зафарбували. Принаймні, хоч не обманюють. Ну, немає смисла. Зараз люди приїжджають. Зачем? Приїхати за 400 км. Так само і ми бували. Поїдемо, хто знає куди, а там просто капець. Тормозні диски передні ноги. Він там поміняв, покаже позиції. Вібрація. За задні я не помню. Він за задні, мабуть, не міняв. Тільки коротко. Ну, задні там і до супортів було дуже багато запитань. Бо бачите, воно навіть по всій площині не притирає. Ви коли підфарбовуєте, ви хоча б фарбу підбирайте приблизно під колір. Шкіра під ваговську, типу. Фари не оригінальні. Це факт. Можете подивитися, як виглядають оригінальні, але це не оригінальні. Ну, не суть, їх дві однакові вже краще. Тик. Тик. Ух ти. Який злий механізм. Так, дзеркальце, дзеркальце. Так. Слегка пропалена сидушка. Ух ти, яке шестяне корито. Ну, судячи з форм-фактору, да, це з трактора. Такое. Такое. Дальше традиционный созвон, пояснение того, что этот автомобиль, он хоть и лучше предыдущего, но он тоже такой не айс. Обговаривание моментов, где нужно обратить внимание, где нужно вмешательство. По арке. Вот, 578, 134, опускаюсь вниз, 222, 710, 895, 1450, 1890. Ну, короче, а вот есть место, где вообще не простреливается больше 2,5 мм, 1735. Ну, следов какого-то жесткого ремонта я не вижу, но, как заявлено, крашено сзади справа. И бампера так оно и есть. Это не собственник, это парень занимается куплей-продажей автомобилей. Это не его машина, он ее перепродает. 12 марта. Где мы? Поселок Кобеляки. 7999. Значит, по состоянию салона этот автомобиль имеет легенький пропал. Здесь пылесосили, химчистили. Вот есть легкая замятость на пассажирском сидении. Также замятость. Здесь потолок у нее чистенький, не прокуренный, как ни странно. Запаха в салоне прокуренного нет. По водительскому сидению есть замятость. И по спинке, и по сидению руль у нее перешит. Типа а-ля под Volkswagen. Здесь затерто, ну не до дыр, но практически. Такое все пошарпанное, выцвевшее. То есть вот здесь у этой машины, ну, точно больше 150 тысяч, потому что у нее уже стерто. Я думаю, ближе к 200. Задние сиденья, ну, вроде неплохие. Несмотря на то, что оно крашено было, здесь снова зацарапано, подкрашено каким-то похожим издали цветом. По ГБО. Баллон здесь стоит неплохой, но вот все вот эти вещи вот, торчат сюда саморезы, которые не очень хорошие, а баллон неплохой. Остатки каких-то запчастей, это что-то даже не отсюда. Ну так, в общем-то даже и ничего. Анодированные классные болты, легкие следы коррозии под самими болтами от крепления спойлера. Крышка, амортизаторы держат. Ну, видимых вмятин на крышке багажники нет. Здесь все в зазорах. Но видно, что бампер тоже снимали, красили по задним тормозным дискам. Суппорта направляйки надо будет, наверное, посмотреть или что-то еще. Слегка отклеивается пластиковый порог. Ну, так, в общем, я здесь уже проходил. Вот здесь тоже закрашено краской не того цвета. А, в общем-то, не сильно это еще и жмуровидный автомобиль. Ну, или же... Правильно сказать, он не совсем, не идеальный, но и неплохой. Традиционно не прилегают уплотнители, но здесь они как-то меньше не прилегают, чем на других. О, это очень, да. А вот синяя изолента здесь смотрелась бы лучше. А так без изоленты, конечно, мы никуда.
Тонировка не идеальная, но неплохая. Мусора под ней нету. Здесь вот есть легкая вмятинка. Ну как, они по всему кузову есть. Вот тоже ударчик. Легенький паучок уже пошел. Стекло, как я говорил, мененное. Ну, в общем-то, никакого срача по ней нету. Куча вот таких вот выбитых сколиков. Здесь даже есть некоторые. Аж 3 штуки закрашены. Наверное, краска закончилась. Вот еще 2 есть. 3 сокрашенных. А фары, как я говорил, тут не оригинальные стоят. Но 2 как минимум одинаковые. Да, что-то он подставляли, чтобы не скрипело, напевно. Потому что здесь все ровненько практически. А здесь, видно, чего-то выгревали, вставляли. Но зато целенький подкрылок. Вай-вай-вай, ура ях. Пустился двигатель неплохо, но я пропустил момент первого запуска. Запустился неплохо, сейчас пока на холодную послушаем его. А клапанами давно регулировали? Это давно регулировали, давно. На газовизе тогда регулировали. А папиры есть какие-то? Нема ничего, не видно вообще ничего. Ничего нема. Ну, по звуку. Окей, пусть греется, едем. Пока понимаем, что вряд ли кто-то там регулировал клапана, судя по звуку. Как всегда, хомутики на пыльничке. Пыльник дубовый, но еще не растресканный. А это откуда наляпало? А это вон сверху. Это что-то течет. Надо сверху смотреть. Может быть... А, патрубок на ГБУ. Здесь у вас антифриз протекает. Уходить, не? Да, власне. А, ну да, сколько же вы на нем ездили. Чистота. Срача сильного не видно. Тихо. Да, трохи пишу. Замалювали, зафарбували. Легкие следы коррозии появляются. Треба з'ясувати, звідки тече. Да, вон з газу тече. Вон капля висить. Ні, то що я бачу, що капля висить, але звідки саме? Угу. Завжди прослаблена хомутина. Да, внутрішня. По лонжерону та нету. Я не бачу слідів рихтування чи щось такого. Трохи поджатий радіатор кондиціонера. Полуумерший ремень обводной. Классный забитый радиатор кондиционера. Все на своих местах, все в зазорчиках. Окей, вешаем защиту. Противотуманки, в которых жабы живут. Нескрезье крепления пыльника. Ага, пыльник здесь, он просто оторвался и умер. Колодки там типа еще живут. Здесь причуханный порог трошечки. Ну такое. Жизнь у этого автомобиля еще будет. Не факт, что долгая. Такой мотор не течет. Красота, страшная сила. Кузов пока еще не гнилой. Так, ладно, смотрим. Легкая коррозия уже на задней части появляется, или правильно сказать, проявляется. Цилиндрики не растресканы, кузов у нее уже пошел. Это, конечно, не очень хорошо. А, кто-то направляйки эти пытался уже делать, но видно, это все мертвому припарке. Не получилось. Так, что у нас с этой стороны? И тоже тростер жаленький уже. Это очень хорошо, провод висит. Да, как минимум хоть туда заныкать. А то где-то оборвется и будет беда. Обманки еще не стоят. Трохи подзашарпаны. Следами эксплуатации. Ну так. Так еще живой. Чуть-чуть трос ручника. Надо будет починить, потому что зимой попадет сюда водичка. Оставил на ручнике. И все плохо. То, что ей регулировали клапана, я сильно сомневаюсь. Я же не кажу вам, что вы там
Ви навпаки, все дуже класно. Нічого не скриваєте, все кажете так, як воно є. Такое. Недорозорваний автомобіль. Нічого не приховує. Відверто каже, що я нічого вкладувати в цей автомобіль не буду. Этот автомобиль, откровенно говоря, лучше и по цене, и по остаточному состоянию, как его попередник, как говорил Никола Янович, некогда. Но так или иначе, человек всегда хочет что-то лучше, и он вправе это получить. Следующий аппарат, который есть, находится в Полтаве. Ну, Полтава 70 километров от Кобеляк, поэтому едем в солнечную Полтаву. Бачу, газ стоїть. Клапана давно регулювали? Клапана я дивився, їздив. Це десь 1006 назад, як я... А, по телефону ви казали, так, да, все згадало. Я їздив до спеціаліста, вони провірили, сказали, що це нормально, у мене десь там є і бумажечка записана. Це ми тільки що були в Кобеляках. І там такий молодесенький перекуп починає задвигач, оригінальні фари стоять. Я говорю, друже, на оригінальних фарах стоїть напис «Стенлі». Я нічого не знаю. Я говорю, ти що не знаєш, то краще не треба. Супорта вифарбували, чи воно так було? Ні, фарбували. 12 марта, Полтава. Піпець, як холодно. Класний Лансер. Ну як, я його вже приблизно посмотрел, я не вижу здесь крашених елементів, я не вижу того, що... Ну, короче, недостатки по ньому є, зараз об этом чуть поподробніше. Зараз поки покажу, що він весь в нормальному окрасі, нігде, ну, по крайней мере, я особо ничего не увидел. Везде ровненькие, под капотом коррозии нету, двери у него внизу коррозии не выбиты, то есть нормальные, ровненькие. Проемчик у него везде хорошенький тоже. Вот эта вот накладочка везде ровненькая, красивенькая. Ну, здесь, наверное, какая-то царапка была, а может быть, просто любитель. Так, значит, вот по поводу Алькантары задавали вопрос. Вот так она некрасивая, вот так она красивая. Ну, в общем-то, это особенность именно вот этих чехлов. Это чехлы, это не сиденья, сами боковые подушки. Вот уж любители вот эти вот. Был бы не такой наглый, можно было взагалі повыкидывать их. Здоровый, классный монитор, но вот эта вот штука, это и есть недостатки, которые есть в этом автомобиле. Немножко позже расскажу, сейчас я дальше пройду по всему периметру автомобиля. Так, дальше. Здесь тоже ровненько, ничего не крашено. Конечно, не эффект нового автомобиля, но очень близко к этому. Ну, традиционно, Лансер, все как мы любим, не достают уплотнители. По багажнику, блин, багажник есть, фотографии я сделал, там очень долго доставать. Он отделан шумоизоляцией, следов ремонта визуально не видно, но я еще посмотрю внизу на подъемнике, там точно будет видно. Задние суппорта крашеные, ровно как и передние. Так, здесь тоже не тронутые болты, никто ничего не отнимал. По ремням, что у нас по ремням? По ремням, ай, да что ж ты будешь делать так неудобно, по ремням машина 2008 года, выпуска она 9-го, и в эксплуатации она с 11-го года. О, зато здесь ровненькая классная антенна, практически классная, чуть-чуть она уже пошарпанная. Значит, теперь по салону, потолок классный, хороший, не прокуренный. Сказать, что порванный, не порванный, все у него нормальненько. Машина приятная. По мафону классно вычислять, действительно ли у него скрученный пробег. Здесь такой вариант не влезет. Почему не влезет? Потому что ручки здесь сенсорные. Теперь о неприятностях. Здесь есть три ошибки, четыре ошибки. Они все связаны с одним и тем же. По шине, из-за того, что стоит не родной магнитофон, везде светится активная ошибка по проводке. Но при этом все абсолютно работает. Вот этот тот двигатель. Ну, здесь слышно, что клапана у него не стучат. Нормально он работает, в отличие от предыдущих. Газовая установка стоит. Уровень антифриза между высоким и низким. Лопнувшая крышка. Фары на ней стоят оригинальные. Следов зверского разбора не вижу. Да, видно, что машина снималась. Вот по сигнализации не работает обломанный концевик. Сигнализация дополнительная стоит, да? Да,
Вот эта штука у вас не работает. В гараже, а вот почему она такая незадроченная. Потому что она в гараже живет. Болты не откручивались. Несмотря на то, что этот мотор иногда мыли, вот эта штука очень сильно провисает. Здесь она не провисает. Дальше показываю, болты у нее все ровненькие, нигде ничего не отнималось. С виду все очень офигительно, поэтому сейчас дальше мы едем на СТО, смотрим эту машину снизу. Лансер 10, красавчик, едем на СТО, двигатель парует, катализатор работает, машина первая, которая ровная со всех мест, единственные недостатки это подтертые педали, если это можно брать недостатками. Парень едет ровно, не выделяется из толпы, не газует, как все предыдущие предыдущие парни, типа на пацана мобиля. Есть такой момент, когда машина тянет, а на 3000 оборотах она хорошо вытягивает. И все пытаются показать, что вот, у меня 2-литровый мотор, он едет. А этот парень нет, едет абсолютно спокойно. Легенькая цаточка. О, сисёечки. Це ви його фарбували? Ви його фарбували? Чорної фарби. Навіщо? І ржу приховати? Ні, ржі не було. Ось була, по трубках оце кість, а от в парках нема. А навіщо тоді фарбували? Та це не фарбоване, це обробка, вона резина, додаткова якась шумка. Так, залишок колодок ще є. Так, зараз, щоб хлопців не заважати. Та піпець, блін, це так класно починалося. Класний автомобіль, а він же тупо ржавий. Ну, такое. Графітна штука вже зламана із-за того, що вклипались десь трошки поліуретанові. Втулки стоять, амортизатори виміняли чи ні? Так, я міняв. А навіщо? Що, застукали? Так, я поїхав на діагностику. Тут поліуретан стоїть. Ви так, це ви поліуретан ставили? Так, так. Типа замовили його? Да, він зафарбований, ця штука. Типа додатково, але... Але... Десь додатково, десь він ржавий. Да. Так, що у нас ззаді? Ні, вопрос же ж не в тому. Вопрос справа в тому, що за таку ціну машина повинна бути дуже класна. А ріднесеньку штуку, прокладочку купити, ні? Там прокладка є. Ні, ну я бачу, що щось там є. Полось. Міняли чи що? Я не міняв. Ну, то есть, я так не забув. Да, та теж ціле. Ну да, ремонта никакого кузовного я точно не вижу. Вот теперь, когда парень поехал, хочу сказать, что машина реально классная, машина очень зачетная, но вот это вот западло с днищем, которое уже пошло корродировать, оно там начало совсем чуть-чуть. Моя задача, ну, этим сбить цену, потому как я понимаю, что если парень, который захочет купить эту машину, заморочится с этим, то денег оно попросит. И вот мне бы очень хотелось, чтобы он в 9 вложился уже со всеми ремонтами, с заменой 1-2-3 сайлентблоков. Ну как трех, два точно, третий под вопросом, там после развала будет видно. И по днищу, то есть по днищу там работы немного, но работа по днищу есть. Пока
пауза и одному, и второму. Покупателю надо посмотреть, насколько оно там все тяжело, не тяжело. А продавец пусть помучается. То есть я ему рассказал, что машина переоценена. И он сейчас думает. Пока не хочет уступать, но дело такое. Тут уже зависит от того, насколько срочно ему нужны деньги. Ну, а мы поехали сейчас на Вианор, отбалансируем колеса, потому как аж где-то какой-то грузик, наверное, отвалился. Ну, у меня на одном колесе нету колечка, где-то пролюбили, которое стоит на ступице между диском. А какое-то колесо еще где-то, видать, подваливались грузики, потому что так сильно руль трусить начало. Сейчас мы в Полтаве заедем на Вианор, отбалансируем, потом обед и потом домой. 14-му на даже вот этот обед. Мирите. Тихо-тихо. Ну. 60 сомов. Я же кажу так, поржать. Я кажу светло. Ой, свежо. Да, ну. 60 сомов. Не, 60 сомов, тут 67-1. Полтава, окраина города, шинный центр Вианор. Заехал отбалансировать колеса. Звонят мне парни, говорят, а в Киеве навалило снега практически 15 сантиметров и просто дорожный коллапс. А здесь люди переобуваются на лето. Здесь все хорошо. Только что был несколько автомобилей, которые на лето обулись, отбалансировались и поехали. Знал бы такой прикол, я бы заснял видео раньше. Дальше были попытки посмотреть еще автомобили, но там даже на стадии рассмотрения по фотографиям было понятно, что машины какие-то такие очень ущербные, что ли, такое правильное слово. Было принято решение покупать этот автомобиль, но с одной маленькой оговоркой. В этом автомобиле нужно померить компрессию для того, чтобы быть уверенным уже до конца. Окей, сказано, сделано, звоню парню, который продает этот автомобиль. Говорю о своих намерениях, что мы через пару дней приедем, и он абсолютно спокойно говорит, хорошо, приезжайте, меряйте, не вопрос, дешевле 9 не отдам, что бы там ни было. Едем, смотрим. Я наоборот, я дуже недавно міняли, да? На 144 тисячі. Я у себе недавно міняв свічки. Як достав, піпець, там вже майже електродів нема. Я останній раз отак в полі міняв свічі, це года 4 назад, мабуть. Ну як міняв? Міняв, це складно сказати. Акумулятор хороший у нього? Ну, раз менял, значит, буду здесь. У кого какие ставки? Да, кто больше, кто меньше. Что угадать? Давайте в лотерею поиграем. Ну, здесь в зависимости от того, как будет крутить аккумулятор, может показать от 10 до 14 запросто. Ну, в смысле от того, насколько интенсивно он будет крутить. 10,9. 10,9. Ваша ставка? 12. 12. Ваша? 11. Если свежий аккумулятор, я думаю, ближе к 13. Что вы скажете? Ближе к 12. Окей. Крутим. Три, четыре, пять. Хорош. 12,1 где-то. Хорош. 12. Хорош. 12. А ну сейчас еще второй.
11 с мелочью. А есть масло туда чуть-чуть капнуть, и мы сразу поймем, это кольца или же это... Давайте. Хорош. Ну, до 12 дотянуло, но я думаю, это уже чуть-чуть маслосъемные колечки в нее на втором цилиндре, слегка подгулявшие. Не сильно, но момент есть. Вот это ровно. А скільки ви володієте цим автомобілем? Травень, місяць минулого року. Це я розумію, що регулювання клапанів – це 1005. Yes, I'm in designer. If I see her, then I got a bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Tell me, is you down, girl? I swear I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talk online, but when I see them, it's on sight. Even in the summer, dog, my neck be frozen ice. Алло, Вась, доброе утро. Да-да, привет. Скажи, пожалуйста, сколько стоит регулировка клапанов? Lancer 10-й, 2-литровый газ стоит. И есть подозрение, что его надо иногда регулировать. Это минимум 8. Ну, грубо говоря, 8 на 8, 640. А обычно еще поджимает какой-то впускной. Ну, грубо говоря, десятку рассчитывает. 10 штук рассчитывает. То есть вот 800 гривен на саму шлифовку и 300 работа, 3800. Угу, хорошо, это услышал. Это так в среднем. И 3 дня работы, это не 5 минут. Первый день разборка, потом на шлифовку отвезти, там тоже очередь на шлифовке. И третий день сборка, как показала практика. Все, услышал, да. Хорошо. Сейчас принимаем решение. По клапанам в Киеве сама работа это 3000 гривен. Шлифовка одного клапана 80 гривен. В основном шлифуют только выпускные. На всякий случай считаем еще 2 впускных. Ну, то есть 10 клапанов, 3800. 4000. Да. Ну и что еще? Может прокладка, хотя маловероятно. Ми можемо знайти ту бумажку, але мій мастер цей ще дивився, він сказав, що 1050 ти можеш їздити, не заглядати. В будущому потрібно обов'язково розуміти, що це потрібно буде робити, але прямо зараз, сломя голову, цього робити точно не потрібно. Тим більше ми дивилися, от там, де 11,5 компресія, то залив масла в циліндри, ми розуміємо, що... С клапанами там абсолютно все нормально, потому что она поднялась. Yes, I'm in the designer. If I see her, then I got a bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. Полтава Lancer. Второй замер компрессии. Хорош. 13. Ну, самый мрачный. Давай. Хорош. 13. И 4. Хорош. 12,5.
Хорош. Да. Ну, было 13. Ну, как и предполагалось, на холодную результат более правдивый, потому как на горячую мерить он практически всегда будет. Если с мотором все нормально, то, то оно будет все практически ровное. Дальше были еще попытки бессмысленного торга, потому что вот, ну, общались, объективно говорили, все-таки 11,5 это компрессия, не компрессия, но так или иначе парень говорит, нифига, вот либо 9, либо не так. К тому же он не спешил с продажей. Еще 10 минут мы пообщались и поехали в сервисный центр на переоформление. Wanna talk that talking reality, you have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat up producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your time. But I had to decline at that principle. Hey, I've been scheming up a plan, hey, I've been saving all I can, hey. You could call me David Ramsey. The way I handle these bands, hey. We ain't messing with the old model. You wear a new kid, we full throttle. Just know that the come up is not a flop. My amigos, they focus, know what to do. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Полтава, региональный сервисный центр по регистрации автомобиля. Ну, правда, не совсем Полтава, а сразу вот знак Полтава закончился, метров 400, и сразу здесь сервисный центр. Сейчас будем регистрировать, померили компрессию. Ну, в общем, ничего за время, пока нас не было, не случилось с машиной. Все неплохо, но пока пошел отдобывать кофе утренний. Потому как приехал домой в 2 часа ночи, сейчас поспал и снова за руль. Вот такая вот побочные эффекты работы автоподборщика. Так, давайте документы. Вон, Тём, заберешь у людей Дашу. Это заявка. Все нормально, автомобиль можно закрывать, но не знать, что можно скручивать. 5-7 минут, уже козырька я могу. Спасибо. Mitsubishi Lancer в свое время был очень красивым автомобилем. Ну, почему был? Он и сейчас в потоке очень красивый. Даже несмотря на то, что прошло уже больше 10 лет с момента его выпуска. Чего нельзя сказать про мой автомобиль, потому как мой уже морально устарел. Но видео сейчас не об этом. Да, посыпется, я понимаю, после этого видео очень много хейта, что купили очень дорогой автомобиль, красная цена этой машине 7. Ребята, попробуйте найдите. Хотя бы за 8 живую машину. Да, можно было бы подождать, можно было бы выиграть еще там долларов 500, но человек хотел здесь и сейчас. А ждать времени, как всегда, не было. Что касательно ржавчины, ну, на самом деле это я придумал для того, чтобы максимально сбить цену. Ржавчина — это когда вот собаками уже погрызано, когда уже куски висят. Хотя нет, это уже, наверное, гнилое. Но здесь только начало корродировать, и весь этот процесс можно приостановить. Полностью остановить его уже не получится, но приостановить запросто. Поэтому этот автомобиль среди того, что есть на данный момент на рынке, это лучшее, что мы смогли найти на территории нашей родной необъятной родины. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Around the city with a stick.